Новый рынок закрыт, так говорят барнаульцы. Но прилавок Ирины полон овощей и ягод. Торговля идет. По сравнению с прошлым годом, вообще вот как мост закрыли, вот проезд закрыли, меньше стало народу пополам. Так может быть меньше, потому что цены выросли? Цены это однозначно выросли, это на все выросли. И с этим люди мирятся. Выбора у них нет, значит, проблема не в этом. За 20 лет на рынке трудности у Османовой были однажды, когда строили ТЦ «Пионер». Тогда тоже перекрывали дорогу. Но сегодня обрушился не мост, а выручка у каждого соседа. К вам очень далеко. Добираться очень трудно, говорят так. А вы сама как доезжаете? На автобусе. На полчаса раньше. Упали продажи? Да, упали и очень сильно. Если так посудить, это процентов 50-70. Искать новую точку никто не хочет. Здесь свои, уже постоянные клиенты. А еще здоровая конкуренция, которая определяет очередь покупателей и даже бизнесменов. Легкая паника существует, что якобы слухи ходят, что рынок новый там претерпевает какие-то закрытия, какие-то ограничения. Ничего этого нет. То есть у нас свободных мест на рынке нету, даже арендаторы обращаются какие, все занято. Я пришла, элементарно нужно шлепки хоть какие-то, чтобы ходить. По цене я, в принципе, нашла себе такую эконом-класса. Я вот, например, не знала, что тут открыта дорога вот эта на Ленинске. На рынок специально нужно ехать. Вы не готовы? Мы не готовы, возле дома. На рынок люди вернутся. Таков прогноз на время стройки. Пока возводят новый мост, продавцы будто заново отстраивают продажи. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком.